Сейчас я сравню цветок вот с этим клематисом. Сорву цветочек и сравним. Вот этот бордовый клематис, мне его подарили уже давным-давно. Он идет от корня очень-очень густо. Много у него там лоз. Конечно, если бы его расправить по лозе на какую-то опору, конечно, он бы красиво смотрелся. Но у нас нет места, поэтому держится на опору, где у нас бельевые веревки крепятся. Весь переходит на вот эту крестовину и на веревки. И выглядит он, цветок этот вот у меня, я сравниваю еще с одним клематисом, фиолетовый клематис, вот такой, но это крупный, у меня есть еще средний, они в этом году не цвели. А этот вот такие цветочки. Не очень крупные. И они махровые, они вот зацветают, когда вот такой. Я сначала думала, они разные. А потом расцветают, расцветают, расцветают. И в конце концов, вот он еще будет, наверное, распускаться. Делается как махровый. Но чтобы он до конца распустился, я таких не вижу. Все равно у них серединочка немножко. Пупочка есть. Начинает он как бы с двух листиков, с четырех вернее, ну, два и два вот здесь вот. И потом вот эта серединка начинает распускаться. В итоге получается вот такой махровый цветочек. Вот такие махровые цветочки, а этот не махровый, этот просто шесть лепестков. Но очень обильный, цветет очень долго. Он начал первый цвести из всех клематисов и цветет до морозов. И после цветения получается ну, такой он, такие вот отцветшие. Даже не знаю, там нет. Может и есть семена, может и нет. Получается такая вот крыша. Такая огромная. Сначала она мне очень нравился, а потом, так как он неприхотливый и нормально, хорошо зимует, обрезаю я его. Один прошлый год я его вообще не обрезала, но очень много вот этой листвы там. Пока он новую листву не дал, скрылась эта листва. Вот. А так его можно обрезать и на 50 сантиметров, и на метр можно обрезать, и выше можно обрезать. Но, конечно, чтобы побыстрее он загородил все свои прошлогодние листья, приходится его покороче обрезать. Но в этом году я, наверное, сильно не буду коротко. Обрежу его до этой крестовины и оставлю. А вот это, что он нарастил, макушку эту, срежу. А вот этот клематис фиолетовый тоже можно на 50 сантиметров, на 35 можно срезать. Но в этом году я попробую вообще клематисы оставить на опорах, вот типа, как вот здесь. Я не буду его снимать. Просто укорочу верхушку. Потому что очень шапка большая. Вот от этого фиолетового клематиса я черенок посадила. И у меня вот здесь вот он. По этой, по железяке кустится, лезет. В прошлом году один цветок дал черенок этот. А в этом году вот у него... Бутончики тоже появляются, но он еще не цвел.
И я думаю, он еще бутончик, я думаю, он разрастется здесь. Это вот именно сиреневый. А вот этот бордовый я не пробовала еще укоренять. Да, думаю, тоже, наверное, укоренится. И вот у него появляются новенькие бутончики. Старые отцветают, новые зацветают. Вот на этом даже можно посмотреть. Могу еще сравнить, показывала я или нет. Вот это от синтуков, да. Полтора литровая бутылка, пробка. Вот такой цветочек, пробка. Побольше пробки. Немножко побольше. А если с этим сравнить пробку, то это вообще он великан. Вот такое сравнение. Как называется, не знаю, ни один, ни другой.